моїх правил. Что мои проблемы? Поступила, є така інформація інсайдерська, що збираються працівники железної дороги вийти на блокаду там, де блокують торгівлю з окупованими територіями. Это кто вам дал такую команду? Ну, інформація, інформацію де взяли? А вот сейчас мне это просто доказали, вот сейчас люди, ваши рабочие, так, кучами собрались мне, и ждут. Ко мне скажите, какой вопрос? Я начальник вокзала. Ну, рабочие, я ничего никому не подтверждаю. Люди собираются у вас... Вот идите спросите, куда они собираются. Люди агрессивно настроены. Так идите спросите. Это рабочие, не мои рабочие. В рабочее время это ваши рабочие собираются в кучки тут и... Так, уважаемые, вы слышите меня? Я плохо. Мои рабочие, да, вот, сидят по кассам. А тот, кто одет и вышел по собственным покурить делам. А что-то много в одном месте собралось курильщиков. Вы меня слышите? Кого вы там видели? Сотрудники железной дороги в оранжевой галоше. Я начальник вокзала. Вы представляете, что такое сотрудники железной дороги? Вы вообще дорогу понимаете? ЭЧ, ШЧ, ПЧ, МЧ, КМЦ. Вы понимаете, что... И вы не владеете ситуацией, абсолютно что они нет тут делают? Абсолютно нет. Как вы не владеете? Какой же вы деревня, чем не владеете ситуацией? Вот так.